Всем привет! Сегодня у нас 9 августа, и мы собрались на море. Вчера у нас не было воды, оговорил целый день, поэтому мы уезжали погулять по Крымскому мосту в Крым, в Керчь. А сегодня уже с утра вода есть, поэтому мы никуда рыпаться не будем и поедем просто на море. Вода. Нет, камеру не нужно. Все, мы выходим. Да. Так, ну что, здесь нам все перерывают. Идут работы. Даня сбегал уже, выкинул мусор. Вон мусорка недалеко, вон там. Пришли мы на пляж, но здесь все в тине. Надо далеко идти, наверное, чтобы тины не было. Вода не нравится. Ну что это такое? Это сказка. Природное сырье. Что, пойдем посмотрим, как там дальше вода? Вот можно давай, не раздеваясь, идите. Что, пойдем? Давай снимем форты и пойдем там подальше посмотрим. Природное сырье. Чего ты не будешь? Я не хочу в тину идти. Куда идти? 5 километров. Вот там линия, ты видишь, зеленый, там белый. Пошли они смотреть, как там море. Много ли тины? А я подожду пока здесь, посмотрю, что они придут, скажут. Сейчас мало людей. Вот что-то там они стали. Вон стоят, смотрят. Что смотрят? Музычка тут. Как я спряталась? Платок. И так сгорело вчера, что они скажут. Выходят. Что там они смотрят? В общем, водоросли не до конца. Там есть чистые участки, но попахивают водоросли. В общем, сейчас мы посмотрим по берегу. Коровником каким-то попахивает. Перегнили, наверное, водоросли. Не знаю, в общем. Мы пойдем по берегу, посмотрим, кто его знает. В общем, мы пойдем по берегу, посмотрим, может, есть места какие-нибудь получше. Пойдем в ту сторону. Вон кит стоит, плавает, таблетка тоже. Да, ракушки острые. Ты смотри, вот куда идешь. Я смотрю только туда, где нет. Замок тут построил. Знаешь, мам, понимаешь, это моя стихия. Сначала ничего не делать, а потом отдохнуть. Я устал пить чай, надо отдохнуть от чая. Ай, ё-моё, реально.
Смотри, это вообще какой-то шедевр. Прям шедевр. Да. Дорожки там сделаны. Да? Внутрь замок можно делать. Замки строят. Там даже дырка в замок. А что написано вон на том щите? Желтым, посмотри. Где? Вот. Здесь. На желтом. Купание запрещено, написано. Какие птички. Чайки какие. Да, вот написано, купание запрещено. Ну, не знаю, но там тоже, смотри, грязюк какая. Смотри, сколько здесь этих. Альбатросов. Ну там он опять дофига водорос. Ну так, что здесь? Тут чисто ничего. Да? Ну почище, конечно. Ну купание запрещено, народ, ну нельзя купаться. Может, просто в этом месте нельзя? Надо вон там купаться, где есть эти. Прошлись мы по берегу, но тут тоже такая вода с водорослями. Пошли они туда. Ну, сейчас посмотрим. Вода. Купаться я, наверное, не буду, а так по воде похожу. Кстати, я так и делала. Тореро. Вывязала ее, чтобы у меня не горели руки. Ну, тут, конечно, водоросли. Пойдем дальше посмотрим. Ну вот, и все, здесь уже чистая водичка, но прохладненькая такая. Ну, чисто. Даже дно видно. Холодное течение, при холоде нет, вот тут уже вода, она хорошая, но холодная. В общем, позагорать, конечно, можно, ножки помочить тоже, окунаться так желания сильного у меня. Кстати, из дна выходят пузыри. Что такое? Интересно, вон пузыри везде из дна.
Да, из дна выходят пузыри. Это очень интересное явление. Смотрите. Сейчас покажу. Вот. Можно наблюдать пузыри из дна. Вон. Вот они. Из дна выходят пузыри. И когда выходят пузыри, то воняют. Это так интересно. Вот. Вот. Вот пузыри везде выходят из дна. Это очень интересно. Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу очень интересную вещь. Вот смотрите, вот там, где чистая вода, вот я зашла, там из дна, посмотрите вон на это, выходят пузыри. Идут пузыри из дна, и там, где они вышли, воняет. Идем, я тебе покажу. Я вообще так удивилась. Я не хочу, я родился. Нет, подожди. Ну, сними шорты, просто это очень интересно. Я не хочу, я там просто перегнивает. Нет, там пузыри идут из песка. Вы просто хочу тебе показать, такое видел когда-нибудь? Иди посмотри, пожалуйста. Вот то здесь это будет. Вот пузыри. Вон, видишь? Вон пузыри. Вон. Во. Смотри, вот сейчас смотри, смотри. Сейчас о, вот за мной, смотри, прям какие пузыри громадные. Вон еще там. Видишь, как будто море бурлит. Вон они, пузыри. Везде. Снег. Вот, и когда пузырь сделался, посмотри, как тут воняет. Да, вот, вот пузырь. Вот пузырь. Там, смотри, вот такие громадные, вот так вот. Буль-буль-буль-буль-буль. Вот во всех местах. И там, где оно выходит, оно... Оно пахнет тухлыми яйцами. Там, где оно выходит. Пузыри громадные, прямо так. Буль-буль-буль-буль. Вот смотри, я не знаю, видно. Вон, вон смотри, вон, прямо. Ты, если это на это смотреть, то это просто из песка вот такие пузыри, как будто там рыба какая-то громадная. Они во всех местах, как будто море бурлит. Вон, смотри, видишь, еще один. Еще один. Это может быть ты вот это. В общем, мы потихоньку собираемся, потому что купаться не очень хочется. Вода, во-первых, не очень теплая. Во-вторых, вот тут водоросли, дальше чисто. Но там какие-то пузыри, вон, смотри, опять громадные пузыри. Там пузыри, и когда эти пузыри выходят наружу, то пахнет сероводородом. Это, наверное, перегнивают эти водоросли. Так что будем потихоньку одеваться.